Здравствуйте, дорогие друзья, читатели, почитатели рецептов народной медицины из Уральского казачества. Я Аглеев Владимир Андреевич, онкотравник, целитель лесостепной зоны Южного Урала и Зауралья. Предоставляю вам на всеобщее обозрение черемуху позднецветущую или черемуху черную. Черемуха черная красиво цветет белоснежными соцветиями, душисто пахнет. Эти белые соцветия я использую как составную часть для приготовления моего оздоравливающего лечебного чая. Оздоравливающий лечебный чай я рассылаю только по территории Германии. Сегодня 24 мая 2019 года. Сейчас я начну собирать эти душистые, сладковатые соцветия черемухи черной и буду сушить в коробках, в картонных коробках. Приятного всем просмотра. Обращайтесь ко мне за помощью. Вы можете меня найти в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Mail.ru, в Моем мире, в Твиттере и в других социальных сетях. Приятного вам просмотра. Обращайтесь ко мне за помощью и за моим оздоравливающим лечебным чаем. Пока, до свидания.